И куда Никита приехал, Лер? А? Ну, Знаю. ну куда? К Вадику, да? Вот у нас, оказывается, есть кукла Вадика. И у нас есть, благодаря одного из моих любителей сторис и тоже любительницы сторис, вот такая кукла, которую Земцев использовал как куклу Вуду. Ну, слава богу, мы видим, что она не пострадала, да? Не пострадала нигде. Степа. Передатчиком выступил. Вот. А вам, ребята, кто подарил, большое спасибо за такой подарок. Лере очень понравился, да, Лер? И у нас теперь Никита играет с Вадиком. Ты давай за Вадика будешь, Лер. Вадик, что ты лег? Вадик, а почему ты такой стильный? Почему у тебя такая сорочка? Почему у тебя такой галстук, очки, такая прическа? Ты что, стал хипстером? Почему я похож на жирного ублюдка, а ты похож... Машины, бери ноутбук. Бери ноутбук в руки. Так, ну открывай. Ты подключил его? Слушай, Вадик, Вадик. Что ты? Давай, Вадик, держи ноутбук, поехали. Пристегнулся? Все, пишем логфайл. И обратно давай, заезжай. Конечно, умею, но не надо это показывать. Подрифти чуть-чуть. Он называть Степа. Вот этого? Да. Да, хорошо. Степа, Степа. Степа! Вадик все время на Степу ругается, Лер. А как? Земцев! Иди отсюда, не мешай мне, вот так он делает. Вот, но ты этого не видела. Иди Ну. отсюда, иди отсюда. Так, а Никита что валяется, Лер? Степыч, иди сюда. Иди отсюда, иди. Не знаю. Вот вся команда собралась. Никита, Вадик, Степа. Ну как вся? Не вся, конечно. Еще нужно. У меня есть еще один парень, и у меня больше нет. Это кто может? Морин, давай.